Всем привет, и сегодня мы продолжаем уже, смотрите, Храм Драконов. Продолжаем, то есть продолжаем Blades of Time игру, да. В прошлый раз части мы не знали, мы новую главу начали или не новую, но там загрузка была. И правда новая глава, Храм Драконов. Так что продолжим. С вами Дмитрий, да, забыл представиться. И, кажется, мы одежку сменили. Ну-ка, как там было, инвентарь, по-моему. А нет, все еще зимний костюм. Давай стандартный одень. Голенькая будешь бегать. Невероятно. Теперь я абсолютно уверена, что была здесь раньше. Кто ты? Как это может быть? Кто ты? Кто это ты? Место полнится воспоминаниями далеких времен. Ты слышишь голоса? Нет. Знаешь, ты начинаешь меня беспокоить. Я тоже не слышу. Да. Беспокойство. Такое чувство, что здесь пауки будут. Или что-то в этом роде. Храм дракона. Спокойное такое местечко. Оп. Извиняюсь. Оп. Извиняюсь очень. Так. Вот говно. Ну то есть, извиняюсь опять же, блин. О, храмчик. Это наша последняя встреча. За дверью тебя ожидает последнее испытание. Лишь тебе решать, готова ли ты завершить свой путь или нет. Будь внимательна в своем выборе. Ошибка будет стоить тебе жизни. А я все скиллы выучил почти. Которую ты обрела, отойдет другому. Не понял, к чему это, конечно. Ну, жалко, сохраниться нельзя. Но, блин, открываем дверь нафиг. Давай, открывай уже. Там, наверное, будет... Блин, кто же там будет? Ну-ка, отсюда видно? Ум-дракон. Похож на дракон. Или заместитель. Или что-то в этом роде. Там кого-то питают. Наверное, все-таки наместник. Ой, не местник, а... Слуга. Я знаю это место, Аюн. Я его помню. Ну говори тогда, что ты это за... чувствуешь энергию, которая нас Заткнись, окружает. Давай говори за не загадками. Да у меня мурашки по коже. Хранитель где-то рядом. Нужно скорее найти способ активировать сферу. Так, ты мне подскажешь или нет? Я не понял. Так, вот сфера. Через которую можно вернуться обратно в мир людей, я так понимаю. А это и есть, наверное, хранитель тьмы. Да. Разве тебе не интересно? Это же храм дракона. Здесь нет ни одного сундука. Твоя история, не моя. Я нашла, что искала. Я просто хочу найти Зеру и убраться отсюда. Но как же путь? И ты туда же? Не пора ли тебе все мне рассказать? Сфера не включится, пока путь не будет пройден. Лишь дракон может контролировать ее. Почему же ты раньше молчала? Ты можешь ее включить? Или где мне взять дракона, который сможет это сделать? Да. Я ничего от тебя не скрывала, Аюми. Ты врешь. Все что-то скрывают. Но это же я. Мне ты можешь... Я тебя даже не знаю. Кто все ты? Так говорят. Мне сундуки нужны. Это храм драконов. Где сундуки? Здесь же давно никто не был. Я сюда ради сокровищ только пришел. Что с этим говном можно делать? Ломай его. Ну, короче, что-то надо. А что это такое? Наместник урод. Ой, блин. Наместника же я убил. Ну, говори. А, еще и загадки тупые. Считаем вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наконец-то. Не нравится мне все это.
Да вы шутите? Это ж нереально. Ну давайте так. Это отключит какие-то лазеры. Потом это отключает этот лазер. Все, я понял. Я понял логику. Ну, вот это стоим, пока тусим. Тут, 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 танцуй, тут, тут, тут. Эй, нет, 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 блин. Ладно, будем тусить тогда камерой только. Тут, 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 тут. Тут, 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 тут. Архитектура, конечно, здесь неплохая. Ладно, отключим время. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ненавижу загадки. Тупишь минуту. Ну, конечно, тупишь минуту, тупишь полминуты, тупишь ты 15 секунд, но все равно тупишь. Инициации. Это конец пути. Ты потомок дракона. Ты и я вместе. Мы одно целое. Ты меня пугаешь, при том, что ты не поворачиваешься ко мне нормально. Ты должна совершить свой первый полет. Полет? Что? Куда? Прыгнуть в пропасть. Это объединит нас. Ты примешь свой истинный облик. Ты с ума сошла? Ты прошла путь. Это и есть испытание. Ты должна поверить, что ты дракон. Точно, 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 побежали. Неплохой ход. Так, но стоп. Ты не забыла, что наместник предупреждал меня об этом. Он боялся тебя. Все это время ты шла по пути дракона. Алтари наделили тебя такое? Силой. А я часть тебя, которая всегда жила внутри тебя. И только здесь вышла наружу. Чем я числа, кто хитростью коварной чинит попытки сбить тебя с пути? И отличить сумей обман от правды, чтоб испытание пройти. Не понял. Небесные стражи считали, что меня ведет хаос. Кроме тебя, со мной никого не было. Как тебе это? Но почему я? А как же магистр? Ему ты доверяешь? Конечно, нет. Причем здесь он? Я ворвалась в его гильдию, убила его людей, чтобы попасть в край дракона. То есть сейчас будет какой-то... Вообще не имеет к этому отношения. Ты должна полететь. Это часть испытания. Тебе легко говорить. У тебя есть крылья. Согласен. Хоть и горящий, но есть. Ты можешь не верить. Раньше ведь верила. Да, но тогда моя жизнь от тебя не зависела. Дракон, пройдя огонь сражений и алтарям принесший дар, путь совершить готов. Дабы пройти это испытание, он должен осознать свое призвание. Типа, по этим загадкам я должен... Тебе больше не нужны алтари, Аги. Ты готова. Ты слишком настойчива. Это и подозрительно. Когда готов ты путь свой совершить, почувствуешь ты это всей душой. А коли нет, дары на алтарях твои скудны, и враг на поле выше. Не понимаю вообще тогда уже. Так, просто когда мне скажите, куда идти мне? У меня не... Всегда открыт для них портал великой сферы. Оберегай ее. И пользуйся с умом. Иначе мир поглотит беды. Я в бой бесстрашно ты бросался, так ввысь тебя поднимет дух. Наконец страх в тебя закрался. На дно ущелья увлечет. Послушал я все эти рассказы. В рифму я говорить уж точно не умею, так как они. Но прыгать с данного утеса я крайне не хочу. Ты же сам слышал сама. Хотя я дракон же. Я дракон. Да.
Блин, и правда высоковато, что мне стрёмно. Это получается столько я поубивал монстров, и теперь мне просто прыгнуть туда вниз? Ты уверена, красотка? Ладно, здесь сундучка нигде нет, да? Ну ладно, прыгаем. Ой-ой-ой. Вау, 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 вау. Это драконы? Или это грустный конец игры, наверное? Хотя, мне казалось, здесь только один конец игры. Или она меня поглотила? Блин, я уже совсем не понимаю. Ладно, дождемся первого разговора. Наверное, круто полетать так. Вот оно, вот и ответ. Всю жизнь я даже не подозревала, кто я на самом деле. Но что теперь? Я не человек. Как же я смогу вернуться? Как? Теперь летать умею. Круто! Так, стоп, летать, я сказал. Да, я летаю. Кто там? Нищеброды какие-то, которые не умеют летать. Ладно, посмотрим. Ладно, что вам надо? Круто, огнем еще могу. Бегаю, бегаю, огнем. Так. Так, так. Что-то мне надо было... А, убить их. Еще один смертник. Вообще как-то... По-моему, она стала немножко сильнее. Или мне просто кажется. Использую, чтобы выбить люк. Нажмите. Нафига мне было выбивать один люк? А, теперь типа этих надо еще убить. Неплохо, мне нравится. Мне нравится новый облик. Очень нравится новый облик. А сила, которая у меня есть, это вообще просто сказка. Все, теперь дальше выбивать. Как-то странно, конечно, убивать можно только тогда. Ай, эти вообще легкие. А вот это уже не легкое. А, кстати, я стрелять. А, я даже не могу бить. Момент. Хм.
Нифига. Я не знал, что она так умеет. Но это было круто. Это и правда очень круто. Либо я просто стал таким сильным. Отвалите, пожалуйста, от меня. Вот мы и встретились снова. Ой, я теперь могу его убить. Тебе конец. Где ты? Ну, иди сюда. Я прикончу тебя. Давай, да не надо, блин. Да. Очень надоел. Блин, ну она бессмертной почти стала. Я удивлен. Ну, наместник, наверное, сейчас проснется. Да. 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 Смертники. А вот щит я тоже, да, уже разрушать могу. Угу. А, помню это место. Да, что-то я туплю с этим. Но тут крутить мне осталось, все равно надо крутить. Ну, давайте ролик. Как я наместника убью сразу. С одного удара. А может, двух. Посмотрим. Ту-т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 у. Так. Магистр, что вы здесь делаете? Ты хорошо послужила мне, Аюми. Очень хорошо. И теперь лишь вопрос времени, когда небесные стражи будут окончательно уничтожены. О чем вы говорите? И где храните? Ну а ты сама что думаешь? Не может быть. Ты и есть хранитель? Меня предали, Аюми, и заточили здесь. Все, что мне оставалось, это дожидаться прихода потомка драконов, который разбудил бы меня. И гильдия охотников за сокровищами была идеальным местом для его поиска. Наместник, ну, местные стражи прекрасно все знали, но они так и не сумели тебя остановить. Я не ошибся, Ю. Крайне разочарован. Ты получил, что хотел. Дай людям уйти. Я не могу этого сделать. Они нужны мне, и особенно ты. Мы вместе должны закончить покорение крови. Ну, щедро возрожден. Ну, посмотрите, если я главным стану, тогда, конечно, да, можно. Твои прошлые и будущие заслуги будут щедро вознаграждены. Хорошо, хорошо. Что делать? Так. Она немножко... Он немножко уродлив. В этом мире я решаю, чего быть, а чего нет. Только я. Либо ты присоединишься ко мне добровольно, либо я заставлю тебя. Да, такой ты мне нравишься. Такой ты должна стоять рядом со мной, когда дом драконов падет. Ты обретешь настоящую мощь хаоса. Ну, давай, показывай. Хорошо. Я тебе ее покажу. Похоже на Resident Evil какого-то урода. Пошел в жопу. Новый противник.
Хранитель хаоса, завоеватель мира, миров, лорд хаоса, создал из порабощенных существ огромную постоянно растущую армию. Благодаря способности перехватывать жизненную энергию драконов, он стал самым могущественным существом даже здесь, краем. Жаль. Жаль. И такое бывает. Так, эта волна до меня дойдет? Йо. Вы что, неуправляемый, что ли? Блин. Блин, он когда-нибудь заткнется вообще? Да. Вау, что он делает? Я ему сейчас урон вообще не наношу. Мне теперь непонятно кое-что. Слишком широко замахнулся. В этом твоя ошибка. Именно поэтому ты и умрешь. Я не понимаю, как его убивать, честно. Ну, то есть, я знаю, что, например, вот, ну, возможно, вот эти надо подстрелить как-то. Но они не стреляются, потому что он под щитом. Этот щит вообще не пробить. Даже под этим я не пробиваю его, по-моему. Ну-ка. Да. Остается на выбор тогда второй этаж. Здесь у нас толком ничего, кроме каких-то гаргулей, которые сломать нельзя. На первом этаже что у нас остается? Сам хранитель, который пока неубиваемый. И щупальца раскинул разные. И вот эти вот фигни, которые я даже... Блин, это бесполезно пока. Так, ладно. Попробуем. Не, вроде здесь ничего не ломается. Да, это заморозка.
Как его убить-то, блин? Ну, блин, тут пролистывать очень долго. Можно как-то по 10 сразу. Как же его щит убрать? У меня же здесь порядок, да. Возможно, надо поставить сначала порядок рядом с этим фигнем. Проверим. Да вроде нет. Хотя сейчас еще раз поставим. Полетим на второй этаж, попробуем пострелять. Иди в жопу, блин, монстр. Окей, там вообще ничего не происходит. Ну и как его убивать, блин? Мне подскажет кто-нибудь? Ладно, попробуем просто подраться с ним. Итого я в тупике. А, я понял, кажется. Он же находится в хаосе. Нет, нет, не находится. То есть моя порядка сверх не действует на него. Так, я так буду тупить, наверное, полчаса. Ну, обычно какие-то подпитывают гадость какая-то. Но, блин, ну здесь я не могу понять, что его может подпитывать. Если только... Нет. Все тоже ничего не подпитывает. Просто храм дракона. С такой вот фигней вот здесь вот.
Но ничего необычного такого, что можно снести с пару ударов. Притом не по этой можно стрелять, а вот только по этой. Ну, давайте. Ну, две обоймы выставим в этом. Нифига. Просто не ломается. Ладно, я, наверное, тогда пока подумаю. Но пока попрощаюсь, то есть. Пока что подумаю еще. Думать. Ау. Думай, как можно убить такого урода. Может, у меня что-то новое в скиллах есть. Только огонь, если. Попробовать можно использовать на нем. Может, заморозку? Его жизнь не уменьшается. Ладно, попробуем тогда так еще раз. Возможно, по этим может стрелять только мой прототип. Я не понимаю. Ой. Здесь нечего. Встань. Ладно. Наверное, я тогда продолжу. Блин, ну не могу я убить этого главного босса пока. Просто не понимаю, что это надо сделать. Ладно. Ну, я подумаю, наверное, немножко, то есть буду пробовать здесь убить. И вернусь через, наверное, через пару минут.